Здравствуйте, дамы и господа. Апухтин Алексей Николаевич. Пара гнедых, запряженных с зарею, тощих, голодных и грустных на вид. Вечно придете вы мелкой рысцою, вечно куда-то ваш кучер спешит. Были когда-то и вы рысаками, и кучеров вы имели лихих. Ваша хозяйка состарилась с вами, пара гнедых. Ваша хозяйка в старинные годы много имела хозяев сама, опытных вдов привлекала из моды, более нежных сводила с ума. Таял в объятиях любовник счастливый, таял порой капитал у иных. Часто стоять на конюшне могли вы пара гнедых. Грек из Одессы и жид из Варшавы, юный корнет и седой генерал, каждый искал в ней любви и забавы и на груди у нее засыпал. Где же они, в какой новой богине ищут теперь идеалов своих? Вы, только вы и верны ей до ныне, пара гнедых. Вот отчего, запрягаясь зарею и голодая по нескольку дней, вы подвигаетесь мелкой рысцою и возбуждаете смех у людей. Старость, как и ночь, вам и ей угрожает. Говор толпы невозвратно затих, и только кнут вас порою ласкает. Пара гнедых. Спасибо тебе, драгоценный зритель.